Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на такой набор емкостей для специй из фикс прайса. Здесь три штуки за 99 рублей, одна получается 33 рубля. Вот немножечко дороговато, чем, допустим, в Галамарте или в Икее. Но фикс прайс всегда находится рядом с домом. Может быть, даже это будет и одинаковая цена, если бы вы заплатили еще добавку за проезд. Вот. Также тут можно вот хранить специи и травы. Так, поможет сохранить приправы свежими дольше. Не знаю, каким образом, дырочек там вроде не наблюдается. Вот. Легко найти нужную специю. Так, фикс прайс. Тут тоже сон. Тут, кстати, очень удобно. Я когда выбирала, покупала, нужно же посмотреть, не разбитые они там внутри, а они запакованные. Здесь удобно, она открывается вот. То есть кладете на руку вот так вот, открываете и смотрите. Сейчас мы с вами их вытащим. Тут даже сначала крышечки надо поснимать. Все вот упаковано. Ага, чтобы они не убежали у вас неожиданно. Вот, открываем. На самом деле, я уже очень давно ждала, когда такие баночки для специй появятся в фикс-прайсе. Так, у нас, кстати, 200 миллилитров. Я не помню, сказала или нет. Так, здесь стекло. Также вот есть на бок поворачивается, как и у всех. Так вот красиво. Ну, вот всякие пузырьки есть внутри. Видимо, может быть, переправляется брак откуда-то. Тут полосочка тут скрепляется. И нумерация. Главное, идет нумерация 11. Здесь 6. Здесь 3. Как-то они, видимо, лежат в разнобой, что ли. Здесь она вот наискось идет. А, ну здесь тоже наискось. Так, стекло. Я всегда, знаете, хожу по магазину и вот так вот пальчиком стучу. Уже чисто пошло, зашло в привычку. Ну да, довольно звенит. То есть настоящее там стекло должно звенеть. Если звук тупой, значит, в стекло что-то еще добавляется. Какие-то там примеси есть. Вот. Не разбитые. Так, давайте еще посмотрим. Крышечки, они упакованы каждый в свой мешочек. Прикольно. Так. Кто-то мне писал, что крышечки металлические. Немножко они поцарапанные даже. Через камеру очень красиво, кстати, смотрится. Здесь тоже поцарапанная резиночка. А на самом деле я не очень-таки хотела покупать в фикс-прайсе, потому что вот тоже я покупала давно, тоже фикс-прайсовская, такая же, по-моему. Она вот здесь вот сбоку потрескалась. То есть, ну, по сути, зубочистки не так часто открываются, туда-сюда двигаются. А в основном у нас просто она стоит. Мы не пользуемся практически. Но, тем не менее, она потрескалась. Вот из-за этого вот именно. Я не хотела покупать, но понадеялась, что, может быть, все будет хорошо. Все обойдется. Посмотрим, как там будет дальше.
Не знаю, не думаю, что это металл. Ну, хотя нет, может быть. Может быть, конечно, и металл какой-то. А вот тут, кстати, вообще помятая досталось. Ничего себе. Я в основном смотрела на банки, а вот то, что оно будет помятое. Ну да, значит, металл. Какой-то очень тоненький. Он смотрится довольно хорошо. Довольно красиво. Стекло тоже, кстати, такое чистое, прозрачное. Здесь тоже маленький пузырик. Даже что-то это мыть не хочется. Да, маленькие пузырики везде есть. Надеюсь, все хорошо будет. Также забыла сказать, они очень хорошо заворачиваются. Вот он. Довольно хорошо, но единственное, немножечко долго. То есть надо покрутить, одеть. То есть тут... А, тут одна... Ну, да, одна резьба. Ну вот, есть какое-то время. Можно, конечно, до конца не закручивать, при этом все держится. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Напишите в комментариях, как вы используете эти баночки, что вы в них храните. Может быть, орехи, вот, не только специи, может быть, даже кто-то делает какие-то аквариумы, я не знаю, или что-то создает в этих баночках, потому что они стоят вот так, например, очень красиво, вот, именно вот боком. То есть, в принципе, там даже можно что-то посадить, наверняка, создать, наверное, как-то даже посадить, может, сейчас у меня идеи всякие пойдут. Вот. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.